Совмине прошло нулевое чтение бюджета 2017. Главный финансовый документ Беларуси готовят к рассмотрению на осенней сессии белорусского парламента. Оно откроется уже 3 октября. Бюджет планируют рассмотреть на первых заседаниях. По расчетам правительства, доходы превысят расходы, госказна пополнится более чем на 18 миллиардов, а уменьшится почти на 17. Разницу, так называемый профицит, в 1,5 миллиарда направят в том числе на погашение госдолга. Но выйти на профицит удастся, только если цена нефти остановится на отметке $35 за баррель. Ставка рефинансирования снизится до 15-17%, а ВВП вырастет на 0,2. Расчеты зависят от рубля России. К доллару его курс должен составить 75 российских. Более половины расходов потянет бюджетный сектор. Основная статья – выплата зарплат. Рассчитывают, что они вырастут на 9%. Не изменит бюджет свою социальную направленность. Возрастут расходы на образование и здравоохранение, сумма на семейный капитал также вырастут, такой же по количеству платежей останется и налоговая политика. А вот нагрузка на бизнес будет снижена. Кроме того, прирост отмечен в господдержке экспорта, а также возмещении процентов по кредитам предприятий, в первую очередь цементных заводов. Расходы на АПК, наоборот, оптимизируют. Меньше денег дадут на строительство, возведут 3 миллиона квадратов, в основном за счет жильцов. Будет расти и финансирование госпрограмм, их утвердили 19. Больше всего по научным исследованиям. Денег в следующем году на новые разработки дадут больше.